la pluie. T'as débrouillé dans ma petite vie, dans ma vie, comme un ovni. Rirga karibi mazaga. Habibi ya habibi ya habibi ya habibi. Habibi ya habibi, tu es tombé comme la pluie. Подожди. Оплати ему сразу. Сейчас. Открой, пожалуйста. Твою мать, Олег. Дешка, как мы сразу оплатим, если сейчас мы стоим у вас по безналу? Сейчас. Заброшу, кто по безналу? Кто заказывал машину? Сейчас банк Боден заброшу. А ты кровь, пожалуйста. Нет, давай, она сейчас не сейчас. Может заказать. Сейчас, вот, хочу заказать себе машину. Да, вы не умеете, что ли? Вы не знаете, что ли? Я не буду платить. Вот, вах. Еще одну машину. И закажи, зачем мне это платить? Закажи себе. Почему ты не хочешь, чтобы я сейчас отменила его по договоренности? Если вы так не можете, если я сейчас закрою ваш заказ, потому но что... он едет сейчас с вами и вам оплачивает. Если сейчас вы закроете, вас, спишут где-то 2500. А у меня здесь карта никакая не привязана. А как вы по безналу? Как вы по безналу заказывали? Юля, что это? Это вы заказывали, девушка? Да, я заказывала для него домой. Но я не знаю, как долго это будет длиться. Я хочу отдельной машине поехать. Отмените, что я могу делать. Юля, так ты не делаешь? Подожди, я смотрю. Ты можешь сесть в эту машину, поехать домой, Амир, проблема есть? Нет. Это твоя машина, я могу отменить, но ты сядешь и поедешь домой. А так не получится. Не получится, давай отмени. Если вы отмените. Ну оплати тогда сразу. Да я, блядь, уже не понимаю просто даже куда нажимать и что мне делать. Здесь. Девушка, если вы отметите, вам придется по новой заказывать. Я ничего не отменяю. Я ничего не меняю. Тихо! Я с тобой разговариваю. Я ничего не меняю. Хорошо. Да, так. Что за, блядь? Говорит, курить в машине можно? Массаж можно? Вы умеете включать? А? Вы умеете включать? Если... Да. С правой стороны. Включайте, говорю. Ну, правая сторона. А? Правая сторона включена. Да. Тогда у меня... Фонарики уже включать. А? Свет. Так? Да. Куда я? Одинцова? Одинцова? Да. На ВТВ остановлено, пожалуйста. Хорошо. Ну, если найдем? Не найдем, найдем. Обязательно. Потому что там деньги нет. Где денег? Деньги не будет, если не найдем. Деньги онлайн нету. Там. Так вы понимаете, то что... карта. Не, я понимаю, вы заказали по точке, а я сейчас должен... Не. А я сейчас должен... Ну. ВТБ найдем? Ну. 100%. Способ оплаты изменен на наличные. Потому что там деньги вообще нету. Вот. И ВТБ, и Сбербанк. Хорошо? Сбербанк? И ВТБ сначала. Так это два банка надо, что ли? Что? Два банка надо. У вас точка указана конечная. Если вы бы указали сразу, мне бы легче было бы найти. Или какую точку? Ну, я понимаю, у вас указана конечная Одинцова. Угу. А, я сейчас должен... Ну, я сейчас банк... На дороге есть ли тебе? Ну, если вы знаете, где, я не знаю. Что? Вы знаете, где ВТБ банк есть? Сейчас найду. Окей. Секунду найду. Найду миллион. Не, они есть, просто они закрыты, возможно. Их миллион. Сейчас найду. Окей. Что, ты раз в Москве, что ли? Нет, я не знаю. Мне все равно. И каждый день еду. Если центр. На Арбат есть. На Зайцкое шоссе есть. Где? На дороге есть. Везде есть они. Валяются они. Расскажу. Вот. А здесь нельзя останавливаться, блин. Не могу остановиться здесь. Я сейчас аварийную ситуацию создаю еще.
Сейчас найдем на Кутузовского где-нибудь. Найдем, тогда другие не будем. Нигде нету. Понимаете, вы конечную точку указали в Одинцово. У меня сейчас фиксированный тариф. Я должен ехать по прямой. Не. По прямой, по сути. Вот у вас. Окей, все, до свидания. Выходим. Тогда. Что выходим? Вы оплатите поездку и все. А? Вы оплатите поездку. Ладно, когда ты тебе будешь. Ну, вот сейчас... До свидания. Ну давайте сейчас найду да, вас. Да, да, да. По тебе будет и до свидания. Хорошо? Вы оплатите поездку? Да, 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 да. Окей. Пожалуйста. У меня 20 майбах, сейчас наберу. Хорошо. Ну вот ВТБ работает, я не знаю, слева. Налево, да? Вот. Не работает? Карта, блядь, карта. Сейчас другую найдем. Заебали. А в Сбербанк пойдет или только в ВТБ? Нет, это тебе. В этот магазин. Снимаем там деньги. Любой магазин там открыт там. На дороге. Ну там ВТБ не может быть. По дороге. Любой банкомат? Да, 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 давай. Тогда. Если это шлюха, загорите, блядь. Пусть нахуй шлюхи, блядь. Да вон тогда азбука вкуса, может. Да, азбука вкуса, да, есть там. Вот вкус. Здесь должно быть. Да, да. А, нет, здесь пешеходная зона. Бути, да? А? Бути оно. Ну. Оно бути, да? Будет там сейчас. Наш бути? Не знаю, сейчас найдем что-нибудь. Урал Сипи есть, нет? Ни такой не пойдет? Любой банк, любой. Вон банкомат есть. А? Проходи. Ну да, вон, на улице прям стоит. На улице, да? Head northwest, then turn left. Все, приехали. Банкомат. Head northeast. Нахуй реально, блядь. Смотри, кому что? Turn left. Все? Загрейте ее, пожалуйста, этот. Который хуйня, когда разговаривает. Можно? А я не знаю, как его брать. Это вы как-то включили? Не, у меня нет такого. Ладно. Серьезно, ваш iPhone включен. Да? Да. Сбербанк? Мы только что были там. В Сбербанке. На Кутузовском только что были в Сбербанке. Это Сбербанк был. Серьезно, мы заезжали в ВТБ и в Сбербанк. Мы второй раз заезжали в Сбербанк. Только что, да, конечно. Вы же сказали домой ехать. كني حصان بلا صاحب طوال بيدا حنينة من جانب من الشرق جراف الدرب عينة أثرها ماتت وماتت كل فرحة في مهدها ولا في رسمها في جسمها.
4. 3988. Карта. Не, у вас наличные стоят. А? Наличные. Привет. А, давайте. Ноль двадцать девять. Евгений? Да. Я понимал. Сейчас будет. Вот. Сейчас, секундочку. Тут много тебе. А? Да, все, да. Что? Да? Да, да. Все, пока. كوكب ثاني خلا من ساكنين الوداع اللي بالملعين يعبر بالرمدها والوداع اللي بلا علم القفا الصدر غبينا والوداع اللي